До середины X века на Руси преобладало язычество. Ментальность славян и язычников основывалась на идее равнозначности и вечности противоположных начал – добра и зла. Датой крещения Киевской Руси считается именно 988 год. В этом году в Корсуни принял новую веру князь Владимир Красносолнышко. Вернувшись в Киев, он начал процесс христианизации страны, крестив приближенных дружинников, бояр, купцов. Серьезной причиной, повлиявшей на выбор Владимира, стали политические амбиции Римской Церкви. Ее возвышение над властью светской для киевских князей было абсолютно неприемлемым. Восточное христианство, напротив, привлекло настроем на взаимодействие власти религиозной и светской. Массовое крещение на Руси, начавшееся при князе Владимире, далеко не всегда было добровольным, и процесс христианизации страны растянулся на долгое время. Многие летописи сохранили скупые сведения о насильственном крещении Руси. Стоит отметить, что в народе языческие верования и обряды сохранились до сих пор.